Алло. Да, здравствуйте. Алло, добрый день. Вас беспокоит из службы безопасности банка. Хотим вас уведомить, что мы зафиксировали попытки перевода денежных средств с вашего счета. Как? Так там же все мои деньги. И что мне теперь делать? Не волнуйтесь, сейчас мы все решим. Нам только необходимо подтвердить ваши данные, поэтому назовите, пожалуйста, номер вашей банковской карты и код, который указан с обратной стороны карты. Да, сейчас. Секундочку, да, сейчас. 4, 7, 8, 2. Осторожно, это мошенники. Они завладевают миллиардами рублей обманутых граждан. Запомните, сотрудники банка никогда не запрашивают у клиента персональные данные. Данные банковской карты не предлагают перевести деньги на другой счет или в другой банк. Не спешите принимать предложение позвонившего и исполнять его рекомендации. Правильное решение – сразу же завершить разговор. После этого позвоните в банк, чтобы проверить полученную информацию.